Михаил Гусев оказался победителем в номинации «Молодое Подмосковье». Целью его проекта стало вовлечение молодого поколения в регулярные занятия спортом, популяризация здорового образа жизни. Среди задач автор выделил обустройство территорий и строительство спортивных объектов в деревне Жуковка. В номинации «На равных» победила Лариса Деревянко. Цель ее проекта – доступная среда для социально незащищенных граждан. Задачи – прохождение реабилитации детей-инвалидов в реабилитационных центрах, лечение в санаториях, иппотерапия, участие в праздниках для детей, новогодние праздники, занятия с логопедами и детский досуг.